экипаж «Союза МС-13» успешно завершил перестыковку корабля на другой модуль Международной космической станции. В ручном режиме операцию осуществили космонавт Александр Скворцов и астронавты Лука Прометана и Эндрю Морган. С модуля «Звезда» корабль переместили на соседний стыковочный узел «Поиск». По мнению руководства российского сегмента МКС, маневр, на который потребовалось 25 минут, провели без единой ошибки и, возможно, с рекордно низким расходом топлива. Перемещение было необходимо, чтобы освободить место для другого корабля «Союз МС-14». Его повторная стыковка с МКС запланирована на вторник. Ее тоже проведут в ручном режиме. Первая неудачная попытка состоялась в субботу. Предположительно, проблема заключалась в усилителе системы автоматической стыковки «Курс». Аппаратуру уже досконально перепроверили. Все работает в штатном режиме. На борту корабля вместо экипажа находится человекоподобный робот «Федор». Он умеет открывать двери, сверлить, водить и даже стрелять из пистолета.